Основам предпринимательской деятельности учат дагестанскую молодежь о федеральном проекте «Фабрика дети». Во время пресс-конференции на площадке РИА Дагестана рассказали координатор программы в республике Мурат Джалиев и директор регионального центра поддержки предпринимательства Иса Мегетинов. В Дагестане проект работает уже 2 года. Занятия проходят в онлайн и офлайн форматах. В этом году в них задействовали порядка 3500 школьников. Здесь ребятам рассказывалось все, начиная от того, как выбрать нишу, заканчивание продвижением своего проекта, упаковкой его и, в общем, продажами, реализацией.